Энциклопедия Якутии увидит свет в 2022 году. Глава республики накануне провел совещание по подготовке к изданию научного труда. Руководители авторских коллективов отсчитали, что на сегодняшний день к изданию подготовлена рукопись энциклопедического словаря Якутии, состоящая из более чем 1000 страниц. Она отразит позицию современной академической науки относительно истории республики, ее культуры, традиций и языка. Впоследствии на базе словаря создадут трехтомную иллюстрированную энциклопедию Якутии. Ее планируют выпустить к столетнему юбилею Якутской ССР в 2022 году. Почему в таких условиях живут люди, осваивают эти территории? Вот это надо дать ответ на этот вопрос. Мне очень важен этот вопрос. В политическом плане и в государственном плане. Поэтому мы, когда в истории Якутии получим, уже разработанный, уже оформленный, мы должны получить ответ. Вот формирование народа Якутии, исторический аспект, и именно обоснование, что этот народ здесь живет и никуда уходить не собирается.